Здравствуйте, меня зовут Игорь, канал JC Business, и сегодня хочу привести наглядный пример, как сдать товар в Wildberries. Почему делаю видео? Потому что может кто-то скажет что-то элементарное, но не очень. Потому что многие клиенты, мы возим клиентов, и неправильно оформляют товар, который привозят, и Wildberries возвращает обратно. Если человек сам привез на своей машине, он потратил там какой-то бензин и время, это еще одно. Но если вы нанимаете транспорт наемный, но вы попадаете на этот транспорт. И по поводу, не скажу точно, какие санкции принимает Wildberries, если вы то ли опоздали, то ли вам вернули. Может быть, еще какие-то штрафы. Сразу представлюсь, мы транспортная компания, я руководитель, меня зовут Игорь. Если вам интересно наши услуги, вы можете посмотреть, в описании есть сайт, и заказывать будем рады сотрудничеству. Так, есть еще свой склад, это для людей, которые находятся в других регионах и хочет продавать через Wildberries. В Москве, например, мы сами из Москвы. То есть, вот такая, будем рады сотрудничать, вот такая информация. А сейчас покажу еще раз наглядно, как это все именно делается. Потому что не буду рассказывать по поводу договора. То есть, договор с Wildberries — это отдельное. То есть, перед тем, как начать поставку товара, вам надо заключить договор. Вы заключаете договор, я думаю, менеджеры Wildberries вам объяснят, но менеджеры Wildberries не очень объясняют, как бы, может быть, кто хорошо, кто не очень, как именно правильно делать доставку. И в этом видео вы это все посмотрите. Я покажу, как оно и что. Так, начнем с того, что вы вот как бы заключили договор с Wildberries, и у вас, например, первая поставка. Вы вот сегодня, например, хотите сделать первую доставку товара в Wildberries. Что вам нужно сделать? Ну, во-первых, я думаю, перед тем, как заключить договор, подписать документы, вам скажут, чтобы вы скачали приложение Wildberries Партнеры. Такое вот приложение, я не буду входить, там товары, сколько у вас товаров осталось на остатке, сколько пришло, сколько ушло, это вы сами разберетесь. Плюс вот такая вот нарисована вверху машинка, очередь на склад. Но это уже тоже позже, я об этом тоже скажу. Вы в этом приложении, либо на сайте даете заявку. То есть, например, вчера вы даете заявку, что вы хотите доставить сегодня товар в каком-то объеме, вы там указываете товар, какой вы хотите, ну, сделать доставку, и число, то есть сегодня, то есть вчера вы делали там, может, сегодня утром, может быть, позавчера и так далее, ну, сегодняшнее число. Вы сделали товар, вам нужны данные на машину, на которой вы привезете, то есть вы можете сами приехать на своей, вам нужны данные на вашу машину, либо вы хотите заказать машину, и вам вы должны у перевозчика попросить данные на машину и водителя, кто приедет. И вот ставите его, ну, как бы, оформляете заказ. После того, как оформили заказ, заказ оформляется одинаково, а форма поставки может быть двух вариантов. Сейчас я вам покажу. Вот, что касается самой поставки. У меня есть палет, у меня есть вот такой объем коробок. У Wildberries есть такие правила. Если у вас товара до 1 куба, 1 куб, я думаю, все понимают, что такое, до 1 куба, вы можете привезти его россыпью. Вот так, как в данный момент он стоит. Если больше куба, значит, он должен стоять на палете штрих-кодами наружу. Там можно сделать по кругу. И застричеванный. Вот есть стрейч, скотч и так далее. У меня тут непонятно, куб не куб, как примут. Если надо, я сложу так. Если так, если не надо, я отдам как россыпью. То есть я так вот. У меня машина низкая.
Поэтому она там в пандусе не встает, но мы увидим это, когда я приеду, покажу. Но если надо, говорю, я сложу вот эти коробки штриходами наружу и будем сдавать по летам. То есть как больше куба. Дальше. Есть две сдачи, как я сказал, два варианта. Есть микс, как в данный момент, и есть моно. Что такое моно и что такое микс? Сейчас расскажу. Вот у меня тут, например, тут 9 коробок. 9 коробок. Если у вас моно, то есть моно это один, микс это много, моно, у вас вроде как этого, даже не вроде как, это основной штрих-код, сейчас объясню. У вас на каждой коробке будет свой штрих-код. Но есть вот этот штрих-код основной. Вот. Он касается всего заказа, то есть который вы доставили, всей доставки. И плюс на каждую коробку идет свой штрих-код. То есть тут много штрих-кодов, а там один на коробку, второй на вторую, третий на третью, четвертый на четвертую и так далее. Это моно. Но можно сдавать и микс. Что это значит? Есть основной штрих-код заказа, как в первом случае. И плюс в этой коробке не одно наименование товара, понимаете? Как в моно. В моно должно быть одно наименование товара в одной коробке. А тут в одной коробке, например, там 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12. Грубо говоря, 12 коробок. Тут, например, 24 коробки, условно. Тут нет на это, может, ну, короче, вот так оно все. То есть, получается, это как сортировочное, не сортировочное, как чтобы не было много маленьких. Потому что можно было, например, тут смотрим, 91-60, 91-61, тут 91-93, 82, ну, короче, 94 коробки, как я понимаю, тут в этом общем объеме. Чтобы не было маленьких 94 коробки, укомплектовываются маленькие коробки в большие коробки, и на них наклеятся все штрих-кода. Все. Это называется микс. То есть... Либо у вас, например, тут носки, тут трусы, тут, не знаю, тут лифчики, тут шапки и так далее. И вы на каждый товар, например, тут шапки синие, тут шапки красные. То есть это один товар, это другой товар. Тут один артикул, тут другой артикул. Или штрих-код, как он называется. Вот в чем разница микс и моно. Потому что почему я это все рассказываю? Потому что именно с этими клиентами у нас были поначалу проблемы, пока не разобрались, пока я тоже со своей стороны не содействовал, сходил в Валберис, уточнили и все такое, потому что вот так вот можно. Потому что даже сами приемщики этого не знают. Я приезжаю и говорю, что это можно, это ваше сказали, это у вас такие правила. То есть запомните, микс и моно. Моно это в каждой коробке свой товар, как и в данный момент тут, только тут не в этой большой коробке свой товар, а в этой коробке маленькие коробки и в той коробке, в тех маленьких, в каждой коробочке свой товар. Но принимают они поштучно 9 штук, не принимают они 94 у меня, а принимают просто 9. Так, что касается документов на Валберис. Как там показывал на коробке, наклеен этот общий штрих-код на заказ. Его лучше взять с собой. Потому что иногда я предъявлял приемщику вот так вот. Он сканирует меня. И чтобы я не грузил лишний раз, выгружал. То есть он как бы не сильно обязательный. Можно взять коробку, какая она тяжелая, легкая. Поднести к нему, он ее сканирует и вам скажет, ой, у вас там, не знаю, заказа нет в базе, например, там или еще что-то. Ну, короче, проверяет, есть ли заказ такой, либо нет. Либо просто листик дали, он отсканировал. Бывает, часто очень его даже спрашиваешь, нужен ли этот, он говорит, нет, не нужен. То есть это по желанию, но рекомендую брать. Далее, товарно-транспортная накладная. Для чего она нужна? В Валберисе она вообще не нужна. Но чтобы доставить груз туда, довезти, то есть в машину там, либо вы сами едете, либо отправляете, заказываете машину, отправляете водителя, либо может своя машина грузовая на фирме, и вы отправляете водителя,
Ну, вы даете в дорогу ему лично для водителя, который он там ее не подписывает, ничего, а просто имеет с собой как сопроводительные документы. В общем, документы в Wildberries очень хорошо, потому что одна, ну не то что одна единственная компания, сейчас посмотрим в дальнейшем, именно так принимает товар, и это мне довольно сильно как бы нравится, удобно сделали. Потому что мы ездим в Озоны, в Яндекс.Маркет, в Сбермаркет и так далее, у каждого своя приемка. И у многих, конечно, есть электронный документооборот, но у каждого свои там действия надо выполнять, чтобы сдать этот груз. Это мы тоже снимем в дальнейшем, так что подписывайтесь на канал, следите за каналом, все, что касается перевозок. И еще, если нужны машины на доставку там и так далее, потому что мы работаем по Москве, из Москвы и в Москву, то есть кому как удобно. Можем привезти откуда-то с регионов, можем увезти куда-то в регионы и также сделать доставку по Москве. Машины от Газели до фуры, то есть если что, будем рады сотрудничеству. Работаем как за наличку, как без нал с НДС и как без нал без НДС. Любая форма оплаты. Вот. И у Wildberries своя приемка, я покажу. Там электронный документооборот. То есть товар сдаем и ничего не подписываем. А все делается в электронном виде. Поехали в Wildberries, там покажу наглядно. Вот мы подъезжаем уже к самим складам. Тут они огромные. Это впереди вот самый первый склад, который они переехали, они раньше были там на Инициативной, или как эта улица называется, а это они уже свой построили. Вот. Сейчас покажу процедуру заезда, говорю, тут все как-то дистанционно, очень удобно по сравнению с другими. Там Озон, куда мы ездим, этот Яндекс, Сбер. Потому что там надо везде, например, приезжаешь и надо ходить. Тут ходить не нужно. Тут все автоматика работает. Даже документы не надо относить и также их не надо забирать. Сейчас я покажу всю процедуру, которая происходит. Так, вот. Сейчас тут очередь. И машин. Скорее всего, вон все машины стоят. Но я сейчас все, чтобы сдалека так не рассказывать, я сейчас все расскажу этапно. Вот, когда ты приезжаешь сюда, когда приезжаешь, вот шлагбаум. То есть данные, я еще в начале видео сказал, что нужно дать данные на машину, на водителя, который приедет, будет это наемный лично, либо лично вы сами. Вот, останавливаемся. Вон там, где фонарь горит рядом, там это камера, она считывает номера. Наверное, свет надо выключить. Считывает номера. Надеюсь, мои номера как, ну, должны быть. Или что такое, может подъехать. Что, не дали мои номера? А, нет, дали. Вот, она считывает номера. Вот эта камера. И открывает. Когда открывается шлагбаум, автоматически по системе вы становитесь на очередь. Вот это вся очередь, которая стоит. Только тут не надо бегать за друг другом занимать. А есть два варианта. Вот табло. Вот левая верхняя половина — это первые машины, которые будут скоро поставлены на ворота. Остальные номера уже с указанием ворот. То есть ты стоишь, смотришь на табло, и там высвечивается, например, твой номер машины, например, 397, как у меня в данный момент. Ворота, например, 162. Почему 162 сказал? Потому что обычно что-то меня туда ставят. Так вот, постоянно. Так, стану напротив табло. И еще тут фура стоит. Вон. Не буду перекрывать. Я вот сюда на пустое место. Сейчас сюда и залезу.
как раз вот тут табло. На самом деле сегодня, сейчас машин не очень много. Потому что бывает в два, в три ряда стоят, а тут один ряд, и то с пустыми местами. Так что вот. Сейчас, секундочку, припаркуюсь. Вот, мы припарковались. Не знаю, в камеру нормально видно, либо не очень. Надо посмотреть, потому что бывает такое, что, не знаю, по какой причине, что тебя сразу ставят на ворота. Но я вот смотрю, вот все вот эти ряды, вот 4 правых и вот чуть-чуть левый, нижний. А это уже там, например, вот 459 ЕТ, последние буквы на номере, и 205 ворота. Например, 050 ЕЕ, 109 ворота. А там вот очередь, это те машины, которые уже скоро станут. То есть это... Но если машин много, видите, там всего 5 машин первых, которые идут, там 916, 990, 380. Вот они, это первые, которые сейчас попадут на ворота. Как тебе стоять, ждать, думаешь, сколько ты там, какой ты стоишь там? Потому что тут первая пятерка. Там стоишь там шестой или тридцатый. Или, блин, у меня было, что я 152-й стоял, например. Вот этот уже увидел свой номер и уже выезжает. Тут фуры стоят, вот стоят легковушки, вон стоит черная, вот тут есть газели, которые отправляют водители. То есть тут, ну, вон легковушка стоит прямо перед табло, ждет. Вон на Мерседесе кто-то выгружается. Это люди сами себе привезли. Вон даже на каршеринге привозят. Вот привезли, вот приезжают. То есть люди сами, если у кого объемы маленькие, они сами предприниматели, вот Honda выезжает, сами предприниматели, вот еще каршеринг при этом. Даже хотелось бы показать, вот становится в очередь, видите, что-то у него в машине не видно. Бывает, в машине видно коробки, а у этого не видно. То есть он приехал на каршеринг, взял каршеринг, приехал, привез товар в Wildberries. Вот. Или такие транспортные, вот на фурах, на газелях, там на пятитониках, вон как, например, МАН стоит, там 5 или 10 тоник. Они этот, ну, сейчас я фары выключу, а то пищит. Они так. И второй вариант, если ты стоишь, и может быть большая очередь, либо тебе интересно, либо вы отправили водителя, и вам интересно, во сколько он приехал, и стоит ли он в очереди или нет. Открываем приложение, которое говорил партнеры. Открываем вот машинку, которая в этом, в правом верхнем углу. Что-то грузится, но тут чуть интернет слабоватый. Сейчас подождем. И сейчас посмотрим свой номер. Чего она так долго ли? Вот. И посмотрим свою очередь, когда она загрузится. Вот. Например, как я говорил, вбиваю 397. Вот. Ожидание. Так, ожидание. Вот. Впереди перед вами 5 водителей. Вот. А там всего 5. Видите, очереди. Сейчас я думаю, я, получается, 6-й. Передо мной 5 водителей. То есть сейчас очереди, можно сказать, нету. Нету. Так, оно что-то поменялось. Только 5 водителей, а где? А где мой? Может, уже на ворота поставили, а нет? Что-то неправильно показывает. Перед вами 4 водителя, теперь 4, а там светится еще 5. Но, может быть, оно как-то тормозит, а тут более уже четко отражается. Пока туда, отсюда, пока информация попадет туда. Ну, сейчас... Вот и мой номер появился. Если видно, вот сверху вниз 5 АС. То есть передо мной 4 водителя, как и было. То есть я 5. Так, оно сейчас перед вами 2 водителя. То есть
Тут даже быстрее показывается очередь, чем вот там. Тут можно не смотреть на это табло, хотя табло это есть маленькое, вот я уже третий вот изменилось. Хотя табло маленькое, которое висело раньше тут, тут повесили большое табло, а то табло маленькое повесили с обратной стороны. Можно и там смотреть. А можно смотреть просто по приложению, даже ну, не глядя на табло. Передо мной ноль водителей. А, значит, сейчас я уже, наверное, у меня статус ожидания, и передо мной ноль водителей. Я сейчас там буду первый, и следующий, получается, я вообще. Прекрасно. Сейчас посмотрим номер ворот. Номер ворот, просто ради интереса. Так, вот, да, вот я там перескочил. Тут показывают чуть быстрее, чем там. Тут перескочил. Домой ноль водителя. Ну, сейчас вобью повторно. Может, я уже на воротах каких-то должен быть? Нет, ожидание. То есть я первый стою. Передо мной ноль водитель. Ну, где-то сейчас. Может, тут поменяется, изменится. Будет не ожидание, а номер ворот. Или надо обновлять. Но я еще говорю, что я с этим приложением как бы, ну... Не так давно оно, если честно, появилось, потому что обычно стояли, смотрели просто на экран, либо я просто как-то поздновато вник в это. Вот, 397, я стою. Так, давайте, вызывайте. Я все-таки стою и стою. Ну, давайте уже дождемся, что делать, просто ради интереса. Даже я вот так не смотрел, просто смотрел, появилось и поехал. А так, чтобы смотреть, что какое, ну, когда я появлюсь, так как оно тут. Так, вот, статус. Приглашен на ворота. Ворот на номер 38. Там еще. Я еще на этом, как бы на первом месте. Так вот, я исчез. И вот правый, самый крайний правый столбик, второй снизу, 397 АС, 38 ворота. Насколько я помню, это вот там где-то в конце. Ну не в конце, вот 20-е, а 38-е уже скоро. А тут этот ангар довольно большой. Сейчас не хочу пристегиваться, машина пищит. Просто вот, что у нас, 28-е. Тут, кстати, бывает такая штука, что на одни ворота приглашаются, как бы, то ли у них какой-то сбой, то ли что, несколько машин. Приезжаешь, а там две машины стоит. Одна выгружается, одна ждет, и ты начинаешь занимаешь... Задумался что-то. Так, вот 34-е. Что-то меня поставили. Фура 37-е. Что-то 37-е. Подождите, что на моих. Или это фура? Фура становится на 37-е, а я где-то рядом стану на 38-е. Так, вот меня перенаправили до 160-е, потому что там фура стала, это у них там техническая неполадка. Вот. Из-за того, что маленькая машина, я говорю, тут вручную, сейчас буду перекладывать сюда. Надеюсь, что все будет нормально, короче. Вот. Тут будут пробивать по этому штрих-коду. Так, вот у меня приняли, сложил эти 9 коробочек. Машина пустая. Они там любую коробку вскрывают и пропикивают там, ну, какой-то штрих-код товара, любой. И на этом, как бы, у них там заказ подтверждается,
И на этом все. То есть не надо, просто выгрузился, если видно в окошко. И это, выгрузился и уехал домой или по своим делам. Так что вот такая вот информация по поводу, как не отправить, а сдать свой товар в Wildberries. То есть сам процесс. На этом все, ребята. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. Увидимся в следующем видео. Пока, до скорых встреч.